Привет, земляне! Я Юрий Сатурнин, и вы на нашей кухне. Очень часто сейчас случается, что покупая в магазине семена, мы покупаем такие семена, которые не всходят. Мне это не нравится, и я решил в этом году поэкспериментировать с перцем. Подобный эксперимент с помидорами мы уже производили, потому что село у нас такое, что здесь все выращивают помидоры. И здесь много специалистов в этом деле. И мы выращивали помидоры таким способом. Значит, мы брали помидоры гибрид F1, брали от них семена и выращивали, значит, из них растения. В этом году мы попробуем делать то же самое с перцем. Этот перчик мы купили в магазине за 30 гривен. Сейчас мы будем добывать из него семечку. Посмотрим, что тут есть. Вот. Смотрите, сколько их здесь много. Так, сейчас мы их так вот добудем сюда. Они должны, по идее, зайти за несколько дней. Вот, ну, понаблюдаем за этим и что из этого получится. Хочу обратить ваше внимание вот на этот интересный момент. Видите, здесь он четырехгранный, так называемый. Это у нас девочка. Трехгранный – это мальчик. Обычно с женского плода получается лучшее растение и дает лучший урожай. Мы это можем заметить на том, когда выращиваем кукурузу или другие какие-то растения. Итак, вот мы добыли семена и будем их сеять в тот грунт, который я подготовил. А потом полученную рассаду высаживать в грунт. Вот, собственно, и все, о чем я сегодня хотел вам поведать. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Обязательно делитесь этим видео с друзьями. А пока-пока. До следующих видео.